Накануне верующие отпраздновали Пасху. В связи с пандемией православные отметили ее дома, присоединившись к богослужению в храмах онлайн. Но и без куличей химчане не остались. Более 1500 сладких символов праздника доставили жителям добровольцы «Единой России» накануне праздника Светлой Пасхи. Предварительно лакомство осветили в храме Богоявления Господня. Домой пришли к ветеранам, многодетным семьям, инвалидам для того, чтобы они берегли свое здоровье и не выходили из дома. Отмечу, что более сотни куличей вручили персоналу клинической больницы номер 119, а также медикам, которые встречают праздник на дежурстве.